метель взмахнув белым крылом. Так что на белость придуманных кандалах, братишка, прием друг друга, забыв, что мы зеркала. Почти что приду по улице парка, двигаюсь к мосту, чтоб подарить немного красок старому холсту. В каменном лесу снов по жизни лишь один досуг. Я люблю заполнять оставшуюся пустоту смехом. Я ищу глазами вас, хулиганьё, с кем мне читануть, кто куда, насколько уехал. И отлетела на отдел бэха в одной минуте от сомнительного успеха. До встречи, я почитаю тут пока старую пьесу про находку светлых мыслей после кабака. Про то, как мы стремимся ввысь, хоть жизнь нелегка. И то, как я люблю, когда в моей руке ее рука. Я все об этом, а что нужно еще? За человека мой вектор, я хочу быть прощен. Сначала мы бросаем все по ветру, потом душа воюет с интеллектом. За каждый грамм, за каждый сантиметр вдруг становишься противен себе, солнце не радует. Короче, ты сынуля в аду межмозгоправок и духовных практик. Узнав о том себя, стряхни всю ерунду и двигайся куда захочешь. Делать, пока внутри не закипит. Я отвечаю на все, стоит этот подход рабочий. Его высочество корявый почерк перерождает мои мысли в новые стихи. И лечит поехавшую голову от приступов нервоза. Это что, радость увидела слезы? Между метанием от тела и дозы. Я не заметил, как ты стать успел таким серьезным, а? Скажи мне, как ты стать успел-то быть серьезным? Мы все вдыхаем тот же самый воздух. Так почему одни греются, а другие мерзнут? Если бы я знал бы ответ, то не писал бы эти строки уже несколько лет. Ты расскажи, как думать о высоком, чтобы среди хищных мышей себя не ощущать смешно и одиноко. В тот миг, когда я себя с кем-то сравню, первый звоночек, что я пачкаю, сменяя родню. Я делал раньше эти трюки по несколько раз на дню. Не учи меня жизни, беги в свою новую школу, школьник. Передаю привет тем, кто со мной шатал свое сознание, ища чего-то поприкольнее. Гостям пиратских станций, замкадным зомби, фанатам этих танцев, ушедшим рано. Если оставшимся могу помочь разбавить капли музыки моря из будничного хлама, то пусть эта песня будет как реклама. Что захотел, в любые камни можно растолочь. Лечит поехавшую голову от приступов нервоза. Это что, прятаясь, заметила слезы? Между метанием от тела и дозом. Я не заметил, как ты стать успел таким серьезным, а? Как ты стать успел таким серьезным? Скажи мне, как ты стать успел таким серьезным? Ведь все вдыхают тот же самый воздух. Так почему одни им греются, другие им мерзнут, а? Питер, скажи мне. Спасибо, спасибо, друзья. Недавно виделся я с Артурчиком, но кто помнит, тот помнит, кто знает, кто знает. Передавал он вам всем большой привет. На самом деле нет, но он жив и здоров, и слава богу, все нормально. Так что